Известный на всю Россию блогер, устроивший травлю девушек во время чемпионата мира по футболу, задержан в Нижнем Новгороде. Владислав Поздняков известен тем, что он создал сообщество «Мужское государство». Это закрытая социальная группа, в соцсетях, которая по материалам следствия преследует идеи национализма и женоненавистничества. Сам Владислав прославился тем, что призывал травить россиян, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу. В Нижнем Новгороде у него была съемная квартира, в которую сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском. Что конкретно удалось найти, не сообщается, но против Владислава Позднякова было возбуждено уголовное дело, а сам он задержан. В суде ему избирали меру пресечения. Владислав, в чем вас обвиняют? Вы признаете свою вину, Владислав? Возбуждено уголовное дело по поводу действий, вызывающих ненависть, вражду в отношении определенной группы лиц, а именно женщин. Какую меру пресечения вам выбрали? Спокойно, спокойно, не надо этого делать, господин адвокат. Создав сообщество, группу в социальной сети ВКонтакте, в интернете, под названием «Мужское государство», лидером которого он в дальнейшем являлся. Он размещал свои статьи, а также фото и видео, содержащие данные экстремистской направленности, то есть вызывающие ненависть и вражду в отношении группы лиц, а именно женщин, оскорбляющие, унижающие человеческое достоинство. Суд в итоге принял решение заключить под стражу Владислава Позднякова. Кстати, за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства, в статье, по которой судят молодого человека, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.